Отложи чертежи новых зданий. Мы построим их как-то потом. Погрузи суть библейских посланий. Наш фундамент они, не бетон. Мы так заняты тем, что снаружи совершенствуем тленный муляж. А ведь Богу пойдут только души. Им нельзя нанести макияж. Важно быть, а не просто казаться. Блеск искусственных лиц правит бал. Мы привыкли фасадам равняться, а пора бы проветрить подвал. Чистота помышлений сердечных нам сегодня важней, согласись. Осознание ценностей вечных нам нужнее, чем успешная жизнь. Не волнуйся о росте служений, о количестве занятых мест. Толку нет от провозглашений, если сдвинут из фокуса крест. Даже мудрости слов мало толку, если дел соответственных нет. Убери свои планы на полку, и не важно, что ждет интернет. Что ты гость конференции и студий, что задумал и слет, и ретрит. Если цель — впечатленные люди, это все на показ, просто вид. Бог не лайками мерит духовность, и не тем, кто в друзьях у кого. Он иначе проверит готовность проходить через сито его. Пусть подписчиков ходит полмира. Помни, что не признание людей и не рейтинг прямого эфира показатель натуры твоей. Что с того, что построишь приюты, если в сердце есть тайный грешок? Что с того, что весь день до минуты ты отдашь, сочиняя стишок? Если даже раздашь сбережения, что с того, если ты не сумел в суете распознать откровенье, если сердцем давно огрубел? Нам нет смысла вершить Божье дело, если будут мотивы не те. Сбавь свой бег и давай, пусть не смело, но мы снова пойдем по воде. За святым, чтобы вновь освещаться, чтоб фундамент успеть укрепить. Нам дано еще время меняться, чтоб не просто казаться, а быть. Аминь.